На дворе ноябрь, решили заглянуть в Тольяттинский дендропарк, посмотреть, есть ли какие изменения в прошедший год. Поскольку ворота не сделали, на входе дендропарк машины по-прежнему ездят по территории парка. Кто-то поломал кормушки для птиц. А собачники по-прежнему выгуливают собак по территории парка. Очень удобно по ним ходить, не скользко. Высадили каштаны различные организации города. А также маленькие, очень маленькие саженцы каких-то деревьев. Места на территории дендропарка еще достаточно. И надо высаживать саженцы редких деревьев, а лучше очень-очень редких деревьев.